Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании A-Markets. Из данного видео вы узнаете, как правильно подать заявку на ввод и вывод средств. С возможными вариантами и подробными условиями пополнения либо снятия средств вы можете ознакомиться на сайте компании в разделе «Трейдинг», «Ввод, вывод средств». Для того, чтобы пополнить счет, вам необходимо войти в личный кабинет. Затем выбрать раздел «Ввод, вывод, пополнить счет». На данной странице вы увидите полный список доступных вариантов пополнения счета. Обратите внимание, что компания A-Markets полностью компенсирует любую комиссию на ввод средств. Курс конвертации доллара США при пополнении торгового счета в рублях для банковских переводов и для переводов через систему WebMoney вы можете видеть на данной странице. Курс для переводов с банковских карт устанавливается вашим банком-эмитентом. При пополнении счета, пожалуйста, учитывайте, что способ вывода средств в дальнейшем должен будет совпадать со способом пополнения счета. Поэтому удобнее будет заранее определить для себя наиболее подходящий вариант. Если вам необходимо сделать вывод средств, необходимо войти в раздел «Ввод, вывод» и нажать кнопку «Вывести средства». На данной странице необходимо выбрать способ вывода, торговый счет или кошелек, с которого происходит снятие, а также сумму. В правой части экрана будет отображаться курс конвертации и допустимые лимиты на снятие, исходя из вашего способа вывода. Также рекомендуем ознакомиться с инструкцией перед подачей заявки, которая расположена на данной странице. Большим преимуществом для клиентов компании A-Markets является возможность вывода средств даже при наличии открытых позиций. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!